Голлан, это Хедрик. Ты в самом деле ничего не слышал, когда чистил эти туалеты? Клянусь, каждую смену я слышу, будто за стеной кто-то скребется. Стоит мне замереть, прекращается и шум. Но как только я опять начинаю двигаться, через некоторое время это царапание появляется снова. А сегодня оно повсюду ползало за мной прямо под моими ногами, будто преследовало. Это уже слишком для меня, чувак. Этот корабль проклят. Это очень, очень плохой знак. Я подаю прошение о переводе и тебе советую. Это Хедрик. Ты выходил вчера на смену? А кто-нибудь выходил? По-моему, тут внизу кроме меня вообще никого нет. Вчера вечером, когда отключился свет, я куда-то забрел и свалился с рампы. Я так думаю. Либо что-то меня столкнуло. Мой левый бок превратился в сплошной синяк, а лодыжка распухла. Парни, вас тут точно нет? Я слышу какой-то шум у моего шкафчика. Докатись все к черту, я поднимаюсь наверх. Ноги моей тут больше не будет.